Вновь коммунальная авария, вновь в Барнауле и далеко не первая с начала года. На этот раз трубы рванули на улице Телефонной. В итоге половина микрорайона стала напоминать большой каток. Сотрудники ГИБДД перекрыли сразу несколько участков, а дорожники приступили к уборке последствий. Автомобили и общественные транспорта были отправлены по другим улицам. Мастера водоканала отключили один из домов от подачи воды и начали восстановительные работы. Устранять будут до конца дня. Напомним, это уже не первая коммунальная авария с начала года. Несколько дней назад тысячи жителей города остались без воды и тепла сразу же из-за двух повреждений. С учетом серьезных холодов число порывов может только увеличиться, опасаются барнаульцы.